Не поддавайтесь на уловки мошенников. С таким девизом сегодня на центральной улице Баумана полицейские провели флешмоб. Студенты подготовили тематические представления и концертные номера. В то же время недалеко от импровизированной сцены работал стол бесплатной юридической консультации. Любой желающий мог обратиться с вопросами в сфере права. Также казанцам раздавали памятки с информацией о наиболее актуальных видах мошенничеств. Однако, несмотря на все предупреждения, в Казани на сегодняшний день зарегистрированы свыше 2000 случаев. Из них более 1000 совершены через интернет. Есть такая поговорка: предупрежден, то есть значит вооружен. В любом случае, если гражданину еще раз напомнят о том, что данное мошенничество совершается, они вокруг нас, как с помощью телефонной связи, так и интернета. То есть, если еще раз предупредить, лишним никогда не будет.